What does that have to do with you not having voicemail? Я же тебе только что объяснила. Okay. It's a waste of time. Having voicemail is a waste of time? But why? Прослушивать все эти voicemail messages. Сейчас все, everybody's texting. Everybody's texting? Да. What one is okay. Так расскажи, где ты, как у тебя дела, куда ты переезжаешь, что what's going on? Oh, I thought I was gonna go live with you. No, serious. No, I'm serious. You told me когда была в you told me что когда я была в этом вот в тюрьме, you said that I can go live with you, right? Because of Tigran. Я тебе такого не говорила, я тебе тогда сказала, когда мы жили на той квартире, когда мы не жили дома, что и Тигран тогда с нами не жил, я тебе предлагала, а сейчас I can't. Но наоборот, он с тобой жил, вот почему ты сказала, что нельзя, after jail. Remember? Ну да, потом он вернулся. What about now? Ну я с мамой живу же. Мама со мной живет, в смысле. Ну, Тигран же... Ой-ой-ой-ой-ой. Ань, ну а куда я тебя возьму? У меня one bedroom. И у меня сейчас... Надо только на пару дней, I don't know. Я хочу послушать, как люди, как русские люди колдуют. Проблема в том, что я слышу голоса, да? И я знаю, что это не шизофрения. Так мне очень интересно провести время с русскими людьми и услышать, как вот... Ну, как, ну, вот я считаю, что я слышу их мысли. So every time я слышу мысль, I can tell you, если, ну, ну как оно сходит, если это, ну, правда слышится, и потом я могу закрыть мои глаза, и вы можете колдовать, ну, и потом вы сможете разговаривать перед друг другом, и потом, ну, я хочу проверить, если это через глаза, как, ну, как это они доделают, эту technology. But mostly, I just want to ask if... If you would, как бы, если бы я жила на улице, ты бы меня приняла к себе на пару дней или нет? А где ты сейчас живешь? С кем ты? No, I mean, если бы я жила на улице, ты бы меня приняла, если бы мне не было некуда идти? Аня, у меня мама 82 года, я не могу никого принимать. Чего тебе идти на улицу, если уже до такого доходит? Чтобы проверить, если у меня настоящие есть друзья. Вот один у меня есть русский друг, нормально. Я так поняла, ты опять говоришь про эти голоса, про эти все. Ты не перестала этот crystal meth использовать. Значит, ты мама... Я проверяю для себя, кто из моих друзей, like, you know what I mean? Like, okay, как бы я ничего такого не прошу, но я хочу проверить, если ты скажешь да или нет. Вот если вот мне некуда идти, я смогу прийти к тебе until I find a place to go or no? Okay, yeah, I don't want to be rude or whatever, but like you know, я могу вот поссориться или вот хочу, может быть, на пару дней в этом доме не быть. Would it be okay to go to your house and until I figure out what's going on? У меня там бракованные телефоны, там не трудно дозвониться друзьям. It's kind of hard to explain, but like, would you say no or would you say yes? Аня, to be honest with you... You would say no, right? Да, потому что если бы я жила одна, это была бы одна история. Так, is it the crystal meth? Почему? Well, first of all, я бы это не делала у тебя дома, obviously. And second of all, like, там ничего нет такого. And third of all, как сказать? I mean, I just want to check who my real friends are. I mean, если твоя мама разрешила, чтобы Тигран там жил, I'm sure she won't mind. She like me. Ну, я ей понравлюсь, I'm sure. Ну, так Тигран спал со мной в одной кровати. So? I could sleep with you. Okay, я могу с тобой спать в одной и той же кровати. Ну, во-первых, у меня была кровать в Калифорнии. I don't care what kind of... Okay. Это раз. Калифорния King Size. Когда у нас bed
вас появились. Okay. What's your point? Like. Так сейчас у меня queen size. То есть. Я могу спать на полу, Алена. It doesn't matter. Yes, it's better than sleeping outside. It's cold. Not that I've really slept outside. Yes, I probably wouldn't even sleep if I was outside. Аня, а что ты думаешь по поводу рехаба? Извиняюсь, я не спрашивала про рехаб. Я спрашивала, если могу... I don't need to go to rehab. Я ничего не употребляю. Uh-huh. Why would I go to rehab? I don't have a drug problem. У меня проблема есть с друзьями. И с людьми, с которыми я общаюсь. Ну, ты понимаешь, что когда человек неадекватный такой, как ты, то это... Что это означает? Настораживает. Что это означает? Что это означает? Никто не хочет иметь проблем на свою голову. С чем? С чем? Когда-то были проблемы со мной? Ну, так как Света рассказывала, что ты тогда... Нет, ты знаешь, что она говорит, что она говорила неправду, я тебе сказала. А кто-то другой про меня когда-то говорил какие-то, ну, like, did anyone ever complain about me before? Ну, дело в том, что кого я еще знаю? Я что, знаю твоих друзей или знакомых? Я никого не знаю из твоего окружения. I'm pretty sure, Алена, что мои друзья... что я бы, ну, I wouldn't be around people, которые, ну, если бы они бы не были мои друзья, если бы они хуйню какую-то, знаешь, говорили, которая неправда. Obviously. Что она тебя примет после рехаба, так why you don't go for it? So, okay, well, maybe that's why I don't want to go home. Потому что that's exactly why is I don't want to go to rehab. Потому что она, she's basically, my mama не дура, she's also testing, она всех testing. Кто вот ее друзья? Like, I mean, obviously me and my mom have nothing to do with each other. So, like, what happened between my mom and I? Like, I mean, the answer is no, right? I can't go. Okay. Так вот, так какая тогда разница, если когда ты мне предложила это после тюрьмы? И какая разница, что я тебя это сейчас спрашиваю? Разница та, что тогда мы жили на квартире съемной, он нам снял Airbnb. И когда тебя она не было, и коль ты вышла из тюрьмы, я тебе предложила. Я не знала, я... Ой, я не понимаю, ты жила на Airbnb? Да, я тебе говорила, что мы тогда бедба у нас была плесень, нам сняли апартмент в West Hollywood Airbnb. Okay, I don't get. Okay, what's the answer? I mean, what? So basically, you said no, right? So just wait, hold on. Если я буду, тогда ты мне хочешь сказать, что если у меня некуда идти, и мои друзья у меня воруют, и они ну, входят в мои телефоны, в мои компьютеры, они как бы... Я не знаю, кто это из них, их только их мало. И если как бы я чувствую, ну, что я... что за мной кто-то преследует, я знаю, что it sounds kind of weird, but it might actually be true. И если я чувствую, что я не... что безопасно на улице, like, it's dangerous outside, that it's dangerous outside, ты бы не разрешила, чтобы я пожила с тобой, like, for a little bit, until I figure out what I'm doing? Because the thing is, I can't think. Я не могу думать, когда кто-то у меня ворует, like all day у меня кто-то ворует, это из моих друзей. Кто у тебя что ворует? Что у тебя есть? У меня из моих друзей, я не знаю кто, ворует у меня разные вещи. It's like, если представляешь, вот если бы ты жила, well, whatever, yeah. Что ворует? Если бы я знала, что у меня кто-то что-то ворует, я бы с ними не дружила. Ну, так вот, в том-то и дело. Так что же это какие-то друзья?
Алена, that's the point, что я не знаю, кто это. А где ты сейчас живешь? У Пепе или где? Я. Yeah. Мне Света сказала, что ты когда тебя выпустили, на пропейшн. Окей, Алена, мы дружим, ты и я, или ты дружишь с моей мамой? Like, honestly, я знаю, что это has to do with telepathy. И я помню, как ты мне, я думаю, что это ты проколдовала там, что там Тигран ржавый or something like that. Давай я не буду возвращаться к Тиграну. Окей, ты хочешь сказать, Алена, я великолепно понимаю, что ты заинтересовалась за мой probation. Да, меня выписали на probation, и я два раза в неделю в нее туда иду, и это было бы еще намного легче для меня, потому что мне нужно жить в Лос-Анджелесе temporarily. Алена, да или нет? Ты бы разрешила с тобой жить? Скажи просто нет, и все. Ну, значит, я говорю нет. Okay, that's fine. Тебе... Just don't call me ever again. Okay? Are you sure? I'm positive. Well, it's your choice. Okay, it's your choice too. Спасибо, что за дружбу. Have fun with old boy, если ты с ним когда-то общалась. Well, that was easy. So yeah, here's the story behind it. Oh, I don't even have to, like, explain it.